Тот же Гончарук мог спокойно две шайбы забивать. Армейцы в атаке. Бросок и шайба в воротах. 2-1 счет становится. Но вот теперь уже легитимный гол Акулова. Тут никаких вопросов нет. И происходит то, о чем я сказал. Если ЦСКА потребуется добавить, взвинтить темп, они это сделают. Так и получилось. Шикарное попадание, лазерный по точности бросок Акулова в дальнюю девятку. И для Акулова это четвертый матч с набранными очками к ряду. На этом отрезке 5 очков, 1 шайба и 4 передачи. Да, все-таки добились армейцы своего, дожали соперника.